На Молдавском металлургическом заводе отметили День металлурга с профессиональным праздником сотрудников ММЗ, поздравил председатель Верховного Совета Александр Кошинов. Профессия металлурга почетная и горячая, легкая ее не назовешь. И в этой отрасли работают сильные и волевые люди, чье мастерство, ответственность и талант заслуживают глубокого уважения, отметил спикер. Александр Коршунов выразил уверенность, что несмотря на сложное экономическое положение в республике, высокий профессионализм и преданность делу позволят металлургам Приднестровья и дальше обеспечивать высококачественные продукции партнеров по всему миру.